Ребята, всем привет, всем привет. Значит, у нас сегодня с вами Самвельчик и мама. Причем, знаете, такая вот парочка, которая друг друга дополняет. Да, и более, я сказал бы, дополняет мама Самвела, нежели наоборот. Давайте по порядку. Значит, Самвел пришел к маме, и тут, знаете, у них такой возник такой, ну, дискуссия, да, в которой, значит, две проблемы. Первая – квартира, да, второе – посылка Эдички, да. Причем эти проблемы стоят, знаете, как бы на весах на одной чаше, на разных, но они поровну держатся. Да, значит, начинается все с того, что, Севка предлагает маме, мол, поедешь на квартиру жить? Она: пустишь, Сева. Типа, да, конечно, пущу там, но Сева же добрый, всех впустит. И маму, и Колюсика, и еще кого-нибудь привезет домой. Ну ладно. Мама думала, наверное, как, что приедет на квартирку, знаете, на все готовенькое. Ну сейчас, то есть, ремонт сделают, холодильничек наполнится, кота перевезут, вернее, двух перевезут, даже одну, без разницы, все будут смирно существовать. А тут, оказывается, Севка говорит маме, мол, надо помочь же, полы помыть там, шкафы помыть, туда-сюда. Вы видели этот момент, когда Сева сказал, мама аж в лице изменилась. Там писали комментарии, что, как бы, знаете, я тут прочел один комментарий, девушка написала, что мама аж подвисла. А я вот со стороны посмотрел, знаете, она вот, как вот раньше, она любит так говорить, что, прям, то есть она не слышит, да, а сейчас она анализировала, думала, что ж такое придумать сказать. И тут же придумала ведь, говорит, Иру бери с собой, вот Ира будет то делать, я буду все делать. А хотя, знаете, вот у меня такая мысль была, что как было бы по факту, то есть по факту, наверное, как было, скажем, Ира бы мыла антресоль где-нибудь, а мама внизу там тряпку выжимала, вот на этом и была бы, как бы, ну, сосуществование вот ихнее такое. Ну ладно, все там порешали, все промоется, все очистится, это как бы не главное. Квартира вообще, она для мамы как-то куда-то там, я не знаю, там на второй план отходит. Тут главная посылка для Эдчики. Да, вот этот момент был, когда мама открыла шкаф и показала Самвелу, что она будет отправлять. Вот этот, вот знаете, ну вот, как сказать, хоть есть вот этот дар. У меня вот даже дар речи пропал при этом. Дар и дар речи, да, что-то такое рядом синонимичное. Главное, какие-то тряпки, какие-то полотенца, какие-то эти пододеяльники, что там только, короче, не было. Ну, из такого, конечно, там были такие хорошие вещички. Давайте сначала про это поговорим. Сам Сева, когда увидел, не знаю, не то отшучивался, не то нет, когда говорит, что... Говорит, да мы, зачем это нужно? Зачем это нужно им? Я в свою... Ну, он говорит, типа, мы когда-то отправляли, мол, эти, в приюты собакам и кошкам наподобие, типа, шмотки. Я бы мог тогда все это, типа, сюда же сейчас отправить. То есть, сам Сева понимает, что, как бы, эти, ну, вещи, они не нужны никуда. Во-первых, мама, я так понял, отправляет посылку, она не платит за пересылку. То есть, она хочет наложенным платежом, чтобы та страна оплатила. Во-первых, посылка, сколько это будет стоить, доставка-то с Украины, да, в Россию, это нехилая пересылка будет стоить, потому что посылка тяжелая, объемная, большая. Сева правильно сказал, говорит, все можно в секонд-хенде купить, а не так, чтобы заморачиваться там и вот так вот там слать там все там, да. Ну нет, мама на своей стороне, мама гнет свою линию, то есть, мол, говорит, это вот тряпки хорошие, это вот шапочка, это вот пледик, это тут вот это, как назвать хоть, шарфик там для Кариночки, да. Я про себя думаю, блин, вот даже вот такой момент донашивать за женщиной, которые, скажем, уже за 50 лет, да, за 60, будем честны, объективны, это надо решиться, как бы, и причем ведь люди все это смотрят, там, YouTube, интернет, там, да, с той стороны также смотрят, друзья, знакомые, и это надо решиться, ребята. Причем, вы знаете, ну тут же мама как апеллирует еще, типа, это вот они живут в деревне, дом свой, там тряпки везде нужны, тряпки везде. И она говорит, и на крыльцо бросать, там, и туда, и сюда. Ну, конечно, если так рассуждать так, то, конечно, да. Тогда вот прям можно всю посылку получить, знаете, не знаю, как там у Эдика дома, там несколько порожков. Если несколько, то каждый порожек вот так устелить. А хотя, на самом деле, если говорить честно, от души, то маманя, конечно, старается угодить сыну. Какие-то там фарфоровые тарелки накупила, там, да, понятно, там тоже есть там тарелки, но любая мама хочет привезти с собой подарочек, хочет привезти
сюрпризе какой-то, магаренчик, ну не магаренчик, не так говорю, подарочек, да, поэтому нормально, да. Но немножко мы сейчас несем ложечку дегтя, похейтим, так скажем, да, в том, что когда речь дошла до шубы, лисья шуба, привезенная с Евой, подаренная, реально шуба просто красота, я вот посмотрел, подумал, блин, вот надо такую шубу тоже когда-нибудь своим женщинам подарить, потому что вот реально она просто такая вот вся какая-то набивная такая, пестрит, да. Причем тут же сначала говорит эта Сева, что она лисья, потом, короче, какая-то говорит волка, потом енот, они там с маманей решают, чья она будет. Маманя предлагает, предполагает, что это собачья шуба, из собаки, да, это писец. Песовая, ну короче, да, короче, полный писец. Это, ладно, все, определяются они там с шубой, да. Причем, у меня такая была мысль интересная, я думаю, блин, ну вот, так если разобраться, вот Севка, ведь он может этих шуб купить мамане, вот просто, знаете, гардероб всевозможных сортов, видов, окрасов и прочего. Я думаю, ну, положить вот эту шубу, даже если она не нужна будет, просто, может, так зимой, на сейчас, к тому же зима наступает, да, накинуть, сходим во двор выйти, там, да, как-никак эта шубка все-таки, может, поносит, зачем, если она маманя не носит, там, да, но тут же опять маманя начинает все свою, знаете, такую, вот этого, знаете, как бы сказать, такую предпринимательскую жилку брать, говорит, ну, вот за 1000 ее продать, за 1000 мне не надо, тут же Севка говорит, за 1500, за 2, там, 2500, там, разные лоты звучат, и на этом она, в принципе, соглашается, вот. Я просто думал, вот может быть, конечно, в будущей серии, еще до конца эта посылка не отправлена, что я даже надеюсь, теплю себе такие нотки надежды, что маманя все-таки эту шубу отправит, полушубу, потому что в любом случае она любит сына, любит, как бы, все для нее дети, вот и все, будет вот так вот замечательно. Все, ребята, спасибо, что посмотрели, лайкосики с вас, подписка, можете, конечно, поставить дизлайк, потому что много дизлайков не поставили на ком-то из роликов. Но я не хочу ни в коей мере задеть там Севу или задеть вас, милые женщины. Поэтому лучше, конечно, лайкосик. Ну и все, с вами был Егор Павлович Княжин. До новых встреч, всем пока.